Вы видите, друзья, аутентичное изготовление яблочного сока, вот как всегда было раньше. What I'm going to make right now is out of pumpkin is the yeast for the beer, which is the same yeast as I'll use as a sourdough starter for my bread. So I've got one over there that's potato. You know, the starches feed your yeast. Eventually, this will be just another rye flour starter. It all turns into the same thing. If anyone tries to tell you their starter is 100 years old or 1,000. Вот аутентично что-то на костре делается, котелок. Там все шикарно. А вот там яблочки, кстати. Пойдем глянем на яблочки. Да. Вот яблочки как так. Антоновка прямо. И яблочки всяк. Пахнет настоящим. Пахнет, да? Пахнет. А это что за хрень? О, блин. А эти не так пахнут? Ой, как пахнет. Да. Вот это пахнет. Да, эти вообще не пахнут. Может, нам взять сегодня на шарлотку маленько отсыпать? Так, пахнет изумительно. Совсем калы. Тут, друзья, продают яблоки, причем сколько калорий в каждом яблоке? 57 калорий. Значит, они пахнут. Вот я здесь нахожусь, и запах яблок невероятный. Я, кстати, не знаю, это отсюда или еще откуда-то. Нет, но может быть там что-то готовят рядом, а запах распространяется. Вы видите машинку для очистки яблок. Вот так насадила. Ну, еще она умеет. Более-менее, там как-то раз, вот яблочко крутится. Значит, почистили. Более-менее почистили яблочко. Ну, жалко же яблоко, тоже оно же не идеальные формы, да. Так, освобождаем яблочко. Так, а теперь что, она его с другой стороны хотела, да? Нет, в общем, есть яблочко. Так. Вот. Потом они эти яблочки режут. Видите, из бочки берет, из бочки с водой берет. Это моется. Why apples are in the barrel? Just to keep them safe from the bees. А, окей. Это круглая штука чистит? Честно. Большая, деревянная. Ага. Ну-ка, да, пошло. Ничего. Окей, то есть это, на самом деле, это индустриальная машинка, это как бы для производства. А what is the purpose of this one? After we mash them all up, all the apples, then we're going to use this plate to press them down and to squeeze all of the juice out. Oh, that is the kind of part of the press. Yeah. They're taking it. Okay, я понял. Они вот сюда его. Okay. Я понял. Они вот сюда сверху положат и будут его давить. Я понял. Вот он. Они будут его крутить и будут давить. И вот снизу, вон там, через вот этот штуцер, можно сказать, через этот штуцер будет выкапывать сок. То есть. Они берут яблочко, да? Yes. Бросают его сюда. Вот они здесь. Да? Это рубилка, наверное, да? Я даже не знаю, как она будет. Это рубилка, она крутится, вот эту ручку. Мясорубка, яблоко-рубка такая, вот они. Видишь, там какие-то гвозди, наверное. А в какую сторону крутить? Вот, я думаю. Так, они... Вот у нас мы пошли крутить, так. Пока. А там шурупами они все измельчаются. Там, как да, оно как в терке. Ага. Давай. Окей. И вот сюда немножко. Но оно измельченное, поэтому его давить легко, понимаешь? Да, когда оно такое измельченное, его можно давить. Там просто шурупы торчат, и они его пережевывают, перетирают. Ну что же, шикарно. Вот вы видите, он вручную режет. Ага, и вот сюда.